Еще свежи воспоминания о том, как мы подводили итоги 2015 года. Срачи по поводу Ведьмака, суждения о векторах развития игровой индустрии, непонятки с Undertale. В общем, ранжировать и выискивать самых-самых – это интересно. Вот на stopgame.ru и запускается передача «Офф-топ», в которой мы с вами ежемесячно будем обсуждать десятку выдающихся представителей чего бы то ни было. В марте в рамках этой затеи оставить без внимания тему прекрасной половины виртуального человечества никак нельзя. Так что готовьтесь встречать десятку самых запоминающихся, самых привлекательных, самых интересных и, конечно же, красивых, играбельных женских персонажей. Почему играбельных? Да потому что это особый шик, когда ты полностью контролируешь героиню. Она находится в твоей власти, делает то, что ты хочешь. На самом деле, просто чтобы хоть как-то сузить круг претенденток, коих на предварительном этапе и так набралось более 70. Спешу заметить, что результаты определялись на основе тайного голосования, и конечный итог — это не моя, Глеба Мещерякова, точка зрения, а средняя арифметическая истина от всей редакции stopgame.ru. Со вступлением вроде покончили, переходим уже к сути. И открывает список персонаж самый что ни на есть сказочный. Приключения Алисы Лидл в соответствии со всеми законами жанра становились чем дальше, тем страшнее. И, наверное, это способствовало усиленной эмпатии с нашей стороны в отношении героини. Даже несмотря на то, что и в ее глазах нет-нет, да и проскакивала искра безумия. Но давайте обо всем по порядку. Далеко не все знают, что у знаменитой девочки из произведений Льюиса Кэрролла имелся реально существующий прототип. Алиса Плезанс Лидл, родившаяся в 1852 году в интеллигентной английской семье, близким другом которой в свое время и стал видный писатель, математик и философ Чарльз Лютвидж Додсон, ныне более известный под псевдонимом Льюис Кэрролл. Существует предположение, что он был педофилом и еще якобы спрашивал у родителей Алисы позволения просить ее руки, когда девочка повзрослеет, но официальных подтверждений тому не нашлось. Как бы то ни было, флёр подобных слухов создает особый ореол таинственности вокруг сказочной истории про Алису, делая абстрактные и сюрреалистичные детали в сознании людей еще более гротескными и многозначительными. Богатая почва для интерпретации, за которую с охоты и взялся American Magi, решивший наполнить страну чудес жестокостью и насилием. Для реализации спецзаказа от Electronic Arts рассматривалось множество странных приемов. Один другого чудесатия, манга, футуристика, двумерная мультипликация. Но в итоге мы получили то, что получили. American Magi's Alice и Alice Madness Returns. Мрачность местной страны чудес объясняется тем, что после своих классических приключений Алиса встретилась с большим несчастьем. Во время пожара погибли ее родители. Сама главная героиня при этом получила помимо ожогов психические травмы, повлекшие долгие годы реабилитации в клинике. Сочувствие персонажу, учитывая контекст, отлично сочетается с этакой настороженностью, но и с восхищением по отношению к сильным качествам Алисы. Да, она стала жертвой обстоятельств, да, ее жизнь постиг крах. Но при этом она не опускает руки и не только намеревается бороться с новой угрозой, но и, возможно, даже рада тому, что судьба подкинула ей подобную отдушину и вручила кухонный нож. Кстати, известно, что Маги изначально обдумывал варианты еще сильнее выкрутить градус жестокости, сделав из Алисы убийцу собственного отчима и склонить ее к насилию над собой. Интересно, как бы мы восприняли такую вариацию персонажа. Ну а так, в ее характере легко приметить нигилизм, цинизм, фатализм.
Черты, которые не оставляют наблюдателя равнодушным, особенно если он такой же интроверт, как и героиня. Конечно же, наш топ не мог обойтись без персоны, приковывающей к себе внимание прежде всего благодаря своей сексуальности. К латексу можно относиться по-разному, но то, что Селина Кайл выглядит в нем обалденно, оспорить достаточно тяжело. Хотя, скажу вам по секрету, я все-таки за Харли Квинн. Но, видимо, мало нас таких, новаторов, считающих образ клоунессы более привлекательным, чем образ кошки. Может, это еще и с детства? Ну да вернемся к основной теме. Всю грациозность обаятельной воровки в черном особенно подробно можно рассмотреть в играх Batman Arkham City и Batman Arkham Knight, где женщина-кошка волею Rocksteady Studios оказалась играбельным персонажем. Вообще, Селина Кайл, по идее, должна бы быть женщиной противоречивой, способной как на подлые и противозаконные поступки, так и на геройство. Но в серии Arkham подобной дуальности практически не ощущается. И какие-то шалости женщины-кошки, связанные с кражами с проникновением, лишь придают пикантности ее положительному и светлому, несмотря на наряд, образу. Ну и, конечно, нельзя оставить без внимания томный голос американской актрисы Грей Делайл, которая сделала все необходимое, чтобы подчеркнуть в целом игривый характер Селины и постоянное состояние флирта между ней и Бэтменом в частности. Может, мужчины и не умеют любить ушами, но какие-то рецепторы и у нас нет-нет, да и возбуждаются при таких-то сладких речах. I think I chipped a nail back there. Funny. Да, восьмое место. Вот смотрите, точнее, слушайте. Экран пока пускай побудет черным во имя чистоты эксперимента. Небольшой интерактивчик. Представьте себе, в нашу великолепную десятку попала героиня, которую мы во время игры не видим и не слышим. Именно так. Кто бы это мог быть? Ставлю вам расслабляющую музыку из лифта в бизнес-центре и даю 10 секунд на размышление. Это чел из Portal. Поздравляю тех, кто справился с испытанием. Собственно говоря, испытание – это то, что неизбежно ассоциируется с девушкой с портальной пушкой в руках. Мы знаем, что у нее восточный разрез глаз, что она одета в оранжевую робу и что ей суждено проходить одну тестовую комнату за другой, выслушивая остроты от вредного искусственного интеллекта. Была ли когда-то у чел нормальная жизнь? Каким образом она оказалась в лабораториях Aperture Science? Гледас в первой части утверждает, будто подопытная была брошена при рождении, но можем ли мы верить главной антагонистке? К тому же, внимательные фанаты отыскали в Portal 2 намеки на то, что на самом деле чел – дочка Кэролайн и Кейва Джонсона. Но не исключено, что дочка приемная. В общем, много вопросов, сплошные предположения и минимум конкретики и фактов. Да что уж там говорить, некоторые, и я в том числе, вообще проходили первую часть Portal, даже и не предполагая того, что играют за девушку. Так каким же образом чел умудрилась завоевать наше признание и почетное восьмое место? Самым объективным объяснением сего феномена является тезис от Костяна, который просто написал, что она не пи***ит. Наконец-то мы добрались до персонажей реалистичных. Ну, знаете, без супергеройских замашек, портальной пушки или проблем с Червонной Королевой. Вообще, природа героинь, расположившихся на 7 и 6 строчках нашего списка, напоминает одна другую. Но не буду портить интригу, поэтому пока поговорим исключительно о Карле Валенте из игры «Фаренгейт». Лейтенант полиции Нью-Йорка волею судеб оказывается вовлечена в круговорот мистических событий, бушующих вокруг Лукаса Кейна,
что, мягко говоря, изменяет ее жизнь до неузнаваемости. И почему-то есть такое ощущение, что даже при самом плохом финальном раскладе Карла не жалеет о случившемся. Ведь одна лишь успешная карьера не делала ее счастливым человеком, тогда как рядом с любимым она наконец-то обретает гармонию. Мотивы во многом, конечно, наивные, но вполне работоспособные, я бы сказал. Если вы вдруг забыли, напомню, что постановкой «Фаренгейт» занимался Дэвид Кейдж, а уж он-то знает, как грамотно преподнести персонажа. Причем никаких хитрых схем в загашнике у француза вроде бы и нет, а секрет успеха, на мой взгляд, предельно прост. Во-первых, нужно показать не только то, как героиня участвует в боевых сценах или разгадывает геймплейные загадки, но и то, как она ведет быт, выполняет какие-то тривиальные действия и в целом живет. Таким образом, до игрока можно донести, что моделька на экране – обычный человек, каких целые города в реальном мире, что, конечно же, повышает в дальнейшем градус сопереживания. Ну а во-вторых, нужен небольшой эротический подтекст, какие-то скрытые, а иногда и откровенно открытые, сексуальные посылы, что, конечно, радует маленьких вуайеристов, сидящих в каждом из нас. Ну, разве вас не завораживала та сцена в душе с композицией Sandpaper Kisses на фоне? То-то же. Ну, конечно, такой, казалось бы, простой рецепт нужно еще грамотно реализовать. Песню Sandpaper Kisses отыскать, опять же. И Кейдж в целом отлично справляется с данной задачей, благодаря чему мы и имеем замечательные образчики интерактивного кино с такими запоминающимися и цепляющими героинями. Как Мэдисон Пейдж, например. Да, еще одна девушка, созданная в креативных кузницах Quantic Dream, обосновалась непосредственно рядом со своей старшей подругой. Помнится, в серии видеороликов, посвященных компании Дэвида Кейджа, я уже высказывал мысль о том, что самые интересные истории — это те, в которых обычные люди попадают в необычные ситуации. Пожалуй, здесь уместно вспомнить этот тезис. Мэдисон – фотограф, в свободное от основной деятельности время, промышляющая журналистскими расследованиями. Очевидно, тем самым она пытается отвлечься от мучительной бессонницы и заполнить душевную пустоту, связанную с отсутствием личной жизни. Откуда взялись эти проблемы? Конечно, из-за каких-то психологических травм прошлого, но каких конкретно, мы можем лишь предполагать. Трудности во взаимоотношениях с родителями, семейное несчастье, жестокость, встреченная в ходе профессиональной деятельности. Ясно, что та сердобольность, с которой Мэдисон отнеслась к Итану Марсу в его тяжелые времена и ее отношение к его увечьям, намекают нам на то, что журналистке уже приходилось кого-то выхаживать. К сожалению, Пейдж тяжело причислить к персонажам раскрытым. Эфирного времени ей досталось не так уж много, даже несмотря на отдельное DLC «Таксидермист». Интересно, что в нем голос героини подарила Барбара Скаф, ранее озвучившая Карлу Валенти. Что же касается внешности, то за нее сказать спасибо нужно Джейки Энсли, ни много ни мало жене Гая Ричи. Так что у всех тех, кто разделяет наши теплые чувства по отношению к Мэдисон Пейдж, вкус не хуже, чем у британского режиссера. Как сказал однажды Лютик, кроме Ведьмака и Чародейки, никто не знает ее по-настоящему. Но давайте хотя бы просто познакомим тех, кто еще не приобщался к миру The Witcher, с Цирилой Фионой Элен Рианон. И дадим понять, чем же она так примечательна. Всем известно, как основательно в CD Projekt Red относятся к грамотной постановке эротических сцен и вообще к созданию соблазнительных женских персонажей. Но с Цири совсем иная история. Да, оголенные ключицы и стройная фигура могут организовать какие-то сублимативные посылы, но все же королева Цинтры приковывает к себе взгляды прежде всего благодаря сложному характеру, решительности и воле. И чем больше времени мы проводим в компании с Цири, тем больше граней ее личности начинают себя проявлять.
Ее интересно изучать, интересно следить за поведением. А еще, как тонко подметил Андрей Маковеев, черты характера Цириллы, независимость, дерзость, умение постоять за себя, выглядят не как убогое конъюнктурное выслуживание перед феминистками, а как органичная и уместная часть личности, учитывая ее историю. Я же в заключение, как человек, не лишенный цинизма, все-таки хочу выразить свое сожаление по поводу того, что постельные сцены с участием Цири в Wild Hunt не завезли. Особенно учитывая то, что она бисексуалка. Есть причины требовать у разработчиков четвертую часть. Думаю, приятные ностальгические чувства при виде этих пейзажей возникают не только у меня одного. Знаменитый квест от Бенуа Сакаля и компании Микроидс в наших краях особо любим. Возможно, дело в близком в географическом плане названии или же в царящей в игре зимней атмосфере. А может быть, разгадка кроется в нашем хорошем литературном наследии? Ведь Сибирь — это как увлекательный приключенческий роман. Вроде тех, что наши родители когда-то с упоением поглощали, сидя в читальных залах. Дух авантюризма, предвкушение новых открытий, заманчивых, а порой и настораживающих встреч – все это не может оставить безразличным. И тут Кейт Уолкер выступает в качестве проводника между нашей реальной действительностью и художественным миром Сибири. Молодую юристку из Нью-Йорка, затянутую в завораживающее событие диалоги, никак нельзя назвать самым колоритным и оригинальным персонажем. Мы не обнаруживаем в ее шкафу загадочных скелетов и, по сути, практически ничего не знаем об ее жизни до событий игры. Пожалуй, это способствует лучшему погружению в атмосферу Сибири. Кейт не перетягивает на себя одеяло и позволяет вообразить, что это мы общаемся с Оскаром или мокнем под дождем во время траурного шествия во Владилене. В целом же вряд ли я ошибусь, если скажу, что всем импонирует спокойный дух героини, ее целеустремленный и любопытный характер. Отлично довершает столь благоприятный образ внешний вид. Выверенный стиль и утонченность, стройная фигура и приятные черты лица. Поздравляем Кейт Уолкер с заслуженным попаданием в нашу десятку и желаем поскорее вернуться на экраны уже в третьей главе замечательного произведения под названием «Сибирь». Что же, с готовностью признаюсь, моя личная фаворитка – Зои Кастильо из серии Dreamfall. Представляя предыдущих героинь, я успел выдвинуть уже много, прямо скажем, лежащих на поверхности теорий, объясняющих притягательность женских персонажей. И многие из них применимы к девушке, выдуманной в свое время Рагнаром Торнквистом. Повторяться не буду, поэтому, знаете ли, просто растекусь мыслью по древу. Своенравная, но не агрессивная, обворожительная, но скромная, настоящая, но в то же время окутанная атмосферой сказки и чего-то сакрального. Зои — это отличный пример девушки мечты. Именно в таких хорошие парни влюбляются в первую очередь. Именно из-за таких они страдают в случае безответной любви, и именно ради них они готовы на любые безумные поступки. Короче говоря, мне кажется, у многих в период подросткового максимализма и первых серьезных романтических увлечений в качестве объекта страсти выступала девушка, которую можно сравнить с Зои. Но знаете, не только одними лишь проекциями в реальность она хороша. Персона Кастильо сама по себе очень комплексная, проработанная и развивающаяся в процессе игры. Без чего было бы трудно ощутить всю длительность самого долгого путешествия. Вообще, Dreamfall вкупе с The Longest Journey отлично демонстрирует влияние времени и выпавших на долю того или иного человека событий на его характер. Надеюсь, Chapters в этом отношении выступает на уровне. Да, я до сих пор не погружался в эпизодическое продолжение. Жду финальную главу, чтобы пройти их сразу все. Представляете, какое классное приключение меня ждет? И вот сюрприз.
На второе место дерзко и решительно, прямо-таки в полном соответствии со своим характером, врывается Элли из The Last of Us. И тут прям-таки парадокс. Ну смотрите, во-первых, девочка в большей степени второстепенный игровой персонаж, приличное количество времени управляемый искусственным интеллектом. А вы же знаете, во что это иногда выливается. Во-вторых, это подросток, с которыми зачастую что в жизни, что в играх, дел общих иметь не очень-то хочется. Но сотрудники Naughty Dog все-таки не зря едят свой геймдизайнерский хлеб. Они умудрились сделать Элли самостоятельной, живой, адекватной. И да, это я сейчас как про действия во время игрового процесса, так и про психотип. Большую роль в общем успехе сыграла грамотная синергия характеров Элли и Джоэла. Она позволила обоим персонажам выделиться и приобрести уникальность. Плюсуйте сюда отчетливую картину развития, кстати, тут опять же будет уместным вспомнить возраст героини. 14 лет – самое время для интенсивных, а порой и коренных, изменений в характере. Так вот, это самое развитие проявляется особенно ярко благодаря драматизму, присущему поздним главам The Last of Us. И уж после определенных игровых событий, наверное, даже самый черствый зритель не сможет оставаться равнодушным по отношению к юной героине. Во всяком случае, именно это произошло с большинством в редакции stopgame.ru. И результат на ваших экранах. А кто-то, наверное, уже испугаться успел, что одну из признанных икон видеоигр мы возьмем, да и обойдем стороной. Конечно же нет, ребята. Кому-то это покажется банальным, но... Королевой видеоигровых героинь на stopgame.ru провозглашается Лара Крофт, дамы и господа. Против лома нет приема. Почему барышня оказалась на призовом пьедестале, очевидно. Ведь как там у Даура в истории серии... Лишь немногим выражение «докопаться до истины» знакомо в его буквальном смысле. Только те, кто прохавал жизнь с самого низа и все такое. Ладно, буду своими словами говорить. Тем более, что ответ на самом деле лежит на поверхности. За свою многолетнюю историю знаменитый персонаж пережил столько метаморфоз, что у каждого из нас теперь есть своя Лара Крофт. Мужчины за 30, приближаясь к кризису среднего возраста, с ностальгией вспоминают, как в 90-е заставляли ползать на карачках низкополигональную по сегодняшним меркам, но все же такую соблазнительную модельку искательницы приключений. Кому-то пришелся по душе интересный этап развития личности Лары, который можно пронаблюдать в истории «Легенда», а многие современники оценивают по достоинству более ранимую и еще не закаленную в многочисленных боях персону из недавнего перезапуска. За 20 лет своего существования аристократка превратилась из секс-символа в символ куда более значимый. Символ всей индустрии, символ развития технологий, символ признания видеоигр широкими массами. И глупо отрицать, что личность Лары Крофт обладает невероятной силой и магнетизмом. Глупо выдумывать какие-то причины, по которым она была бы недостойна лидирующей позиции. А кто-то скажет, что глупо переоценивать значимость ее персоны, но мы вовсе и не собираемся этого делать. Просто отдадим в руки мисс Крофт приз за первое место. Вот и все, друзья. Таким выдался пилотный выпуск передачи «Офф-топ», в котором мы обсуждали самых запоминающихся, ярких и примечательных героинь видеоигр. Обязательно рассказывайте в комментариях о своих фаворитках и предлагайте новые горячие темы для обсуждения. От всей души поздравляю с праздником наших прекрасных зрительниц и желаю каждой из них стабильно удерживать первое место в рейтинге хотя бы одного, но зато самого близкого человека. Всего вам доброго!